А кет мой там. Здравствуйте, ребята. Вот мы с Кэти решили грецкий орех собрать. Ну, то, что от природы, так сказать, дается нам. Она говорит, что я прям над орешком, и я его не увидел. Ребята, объясняю, почему черненьких собираем. Возможно, червь только в наружном этом работал. Поняли, да? В зеленом. И у него возможно, что мякоть здоровая. Ищем дальше. Естественно, ребята, сначала орешки соберем. Потом, значит, как его? Потом надо травку скосить для шашлычка. Она же у нас вегетарианка, так сказать. Но, слава богу, она хоть уже начала картошку вареную кушать. Но я вам скажу, она картошку кушает только с аджикой, так сказать. Ну, посыпешь там аджикой. Вот сегодня, допустим, я поставил этот, как его, 3-литровую банку сверху налил. Ну, помидоры, что есть, знаете, да? Помидоры на зиму закрываем. Кислые или соленые, как сказать. Вот картошку насыпал. Потом сверху 3-литровую банку, чтобы она вкус дала картошке. И она, естественно, будет кушать. Я так думаю. Ну, естественно, ребята, весь грецкий орех не собрать. И мишки вот воруют. Они работают классно. Ну, как говорится, с миру по нитке. А конечный итог можно и разбогатеть. Вот так. Вот это чакар. Вот эту травку я и буду косить. Вот сейчас начну. Но надо там еще грецкий орех. Хочешь инжир, Кэти? Легу гинь, да? Ки. Ки? Сейчас посмотрим. Держи. Зайди туда. Вот покрупнее который. Вот эту сорви. Ага. Да, ара, чуа. Чами. Ага. В кадре стесняется кушать. Сейчас я вам покажу, ребята, как мишки тут на месте работают. Сейчас посмотрим. Вот, пожалуйста. Видите? Вот свежая работа. В карман не клади его, аргина джибеши. Но то, что они нам оставили, сейчас соберем. А, вот, пожалуйста, вот. Как мишки на месте и работают. Они, скорее всего, в ночной работали. Вот, пожалуйста. Одна уважаемая женщина, как увидела, что я палкой сбиваю орешки, она такой комментарий умный написала, что мы не ждем ветра из-за того, что нам побыстрее бы все это убрать и продать. Ребят, это не так, естественно. Это, естественно, не так. Это вот так. Вот так оно и выглядит. Потому и надо спешить с грецкими орехами. Вот так вот. Ну, здесь еще не последний раз собираем. И не первый. А ну-ка посмотрим, как у нас они себя чувствуют. Ну, хоккейно чувствуют. Я вам скажу, это грецкий орех. Привитый. Он то, что в тени, ребята, потому и тормозит.
потому и тормозит, я вам скажу. Так что желательно прививать на солнечных местах. Вот так вот. Ну, яблоки тут. Да он не ест же у нас, блин. Такая зараза. Не ест ничего. Вот, пожалуйста. Фиг с ним, не ест, да не ест. Окей, что нам надо? Сейчас я возьму косу и буду косить. Вот такие вот пироги. И т.д. и т.п. В тени, короче, ребята, все. Все не так растет, как должно быть. Вот смотрите, вот это персик. Вот на что это похоже. Вот. Персик, блин. Сейчас все. Надо косу брать. Ой, и... Ага. Так, это нету. Ну что, пауза, ребята, пока. Пока-пока. Пока-пока. Вот экран с титьяр даду. Экран, чем еще часок. Титьяр даду. А то там вечерок. А ты? Машина я себе заходила. Ce bățelii să se marțină? Am de hărtăt mă neviar din dea. Îl dau sus ca să se nu. O, eu tu-s mașină de țeli să de mașină e chide o țe să ajung. Hălsar chide o arăsul de salmă, chide o hăls mă țeles. Мам, клявый сетки самоцелу имею, мазай фонда, цвердзе дар чобили. Эстис. Кляв шок рефалдит. Таженки кур. Ну, чем больше камней, ребята, по звуку, наверное, услышали, тем круто, потому что его уже не надо этот точить. Об камнях точится. Ну, я шучу, естественно. У меня хотят соника здесь. Надеюсь, это хватит пока, ребята. Косу именно вот надо вот так вешать, где вот дети, они могут наступить или что-то еще. Я сейчас соберу мешок. Надо да вам таурепти. Хельмит. Я могу идти обосунда меч, и раз что-то можно было хелить. Хельмит, а у нас стало бы матан пьяный зрудади. Он митхлару, что-то обстрелять у нас, и раз что-то им торошели, а им хела мелодия дага куравина, то ро. А ну хели даги гало, то да, вега шедло, то да, зуста диги вейса, мог са. А, окей. Ха, викуре, викуре. Викуре, викидос. Майнц, Сус Хаус. Ребята, естественно, на сегодня хватит и куку рымит.
На сегодня хватит. Я вам еще, по-моему, покажу, как она, то есть, как я ей картошку варю. Ну, пока что пока, ребята. Пока, ребята. Пока-пока. Ну, звуки слышны, ребята. Значит, заключенная. Вот смотрите, что она тут натворила. Весь бетон вверх ногами поставила. Так что я ее арестовал, короче. Я ее как следует арестовал. На, кушай свою петрушку, блин. Дура такая. Яблоки такие валяются, там не ест нифига. Вот, пожалуйста, яблоки. А петрушку она ест хорошо, блин. Чавка-чавки. Ну все. Да, все, на сегодня хватит. Она еще с росой. Смотри, пукать будешь. Ну все, пока хватит, короче. Я еще в обед потом дам. Утром обойдется еще. Сейчас покажу, как я картошку ей варю. Смотрите, на что вообще, блин, похоже тут. Все вверх ногами. Все. Стиральная машина не нужна. Она вот тоже положила ее, блин. Короче, дурдом. Видели? Вот так оно и бивает. Вот так она и будет потом туда-сюда смакать и т.д. и т.п. короче. Ну еще не кипит. Ну сейчас закипит. Я перед огородами уключил. Вот такие вот пироги, ребята. Вот. Ну, естественно, кастрюля кристально чистая, ребята. Можно сказать, кристально грязная. Так и надо вот так, вот таким вегетарианцам. Какая она у меня. Вот такие вот пироги, ребята. Ну все, ребят, пока-пока. И т.д. и т.п. Я пошел, скорее всего, в парикмахерской. А то уже все. Все заросло и т.д. и т.п. Блин. Пока-пока.